Музеи Чувашии становятся ближе и доступнее. В них появляется интерактив, который делает посетителя участником всевозможных выставок и экскурсий. Современные технологии позволяют стирать временные и пространственные границы. Новый проект «Живые уроки» позволяет школьникам изучать историю родного края не по учебникам, а в поездках по интереснейшим местам республики. Недавно мы открыли музей чувашской вышивки. Благодаря гранту главы республики нам удалось создать музей, не имеющий аналогов в соседних регионах. Мы храним историю традиционного искусства с древнейших времен.